приклад у нас. То есть вот здесь вот у нас резьба 30 на 1,5, который входит в некоторые привода, фиксирующая гайка для фиксации. Закручиваться, ой, давление регулируется вот этой вот гайкой, снимается с торца. Ну давайте порегулируем. То есть сейчас убавляет давление. Выкручиваем и вкручиваем, прибавляем давление. Смотрим на манометр. Так, вот вкручиваем, давление растет. Так, есть. Вот, стреляем. Ну, все фунциклирует. Манометр неисправный, тут не надо пугаться. Он показывает сейчас примерно на 40-50 пси меньше, чем есть на стрелке. Просто шкала сместилась. Регулятор этот предназначен для установки в качестве как бы основания приклада, то есть для пейнтбольного баллона, например, с Алиэкспресса. Требуется резьба 30 на 1,5 в задней части бодика и порезать гирбокс, вот, чтобы вот эта вот вся часть входила вовнутрь. Торчит все это за пределы, как бы сказать, бодика всего лишь на, ну, можно сделать до, наверное, сантиметров 4 довести. То есть всего на 4 сантиметра выступ за пределы бодика. А регулятор, вернее говоря, пейнтбольные баллоны можно вкрутить приклад. Так, значит, что у нас тут сегодня? Сегодня у нас регулятор, сделанный специально под проект. Есть такие винтовки ЕНДЛ, где труба резервуара, где труба, пардон, приклада ввинчивается на резьбе прямо в бодик. Можно прикрутить, например, вот такой вот пейнтбольный баллон-приклад. Он спокойно сюда вкручивается и устанавливается уже на винтовку. Все. Такая вот новинка.